Один дом, это мы с вами помним, это Мичурино, там вообще просто была чрезвычайная ситуация, там взрыв газа где был. А пять домов, это где вот подобные ситуации, где-то разрушение стен, где-то личных перекрытий, обвал, шел. То есть это пять домов, вот, по которым в этом году идет восстановительная работа. Три дома уже сделаны, три дома осталось. До 1 декабря все работы будут закончены.